Последние годы празднование Дня России в нашем городе отмечается с размахом. В центре города проходит много интересных мероприятий. Но отдаленные районы не остались в стороне, так как и там проходит праздник. Наша страна отмечает праздник – День России. В 1994 году указом первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина 12 июня объявлен днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Ну, сегодня мы проводим мероприятие «День России» посвященное. Будет концерт показан, приходит у нас население, ну и взрослые, и маленькие, разные аудитории. Праздники мы проводим очень часто. Вот только у нас была весна 2014, мы проводили, это конкурс был, где заняли второе место. Возили на конкурс вокальные группы, заняли третье место. И каждый праздник у нас здесь проходит, вообще все праздники государственные или такие даты какие, каждый месяц почти по два, по три мероприятия. Ну, мероприятия проходят часто, считай, каждому празднику проводятся мероприятия, проводятся концерты, дети ставят, выступают. Вот, культурная жизнь какая в поселке? Ну, практически хорошая. Не сказать отличная, не сказать удовлетворительная, но хорошо. А вот досуг у детей организован? Да, да, да. Ну, у нас в поселке на Казачьем очень развит досуг, потому что в клубе нашем проходит очень много мероприятий для детей, для молодежи, для населения. Мы вот работники клуба, вот один за другим, мы не успеваем даже готовиться порою, на конкурсы выезжаем, задействуем как можем население и детей. Я живу в России, где львы и клёны.